Biz kiçikdən başladıq, lakin böyümək arzusu ilə yaşadıq. Bu arzu, ən əsası isə, Başabank kimi etibarlı partnör bizi irəliyə apardı. Biz böyüdük, uğur qazandıq. Başabank, zirvələrə doğru, birlikdə. Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать в бизнес-класс. Наш сегодняшний гость Орхан Мастанов, учредитель и владелец группы компаний OMG, в которые входят Integral, MaxiAs, Viva, Cafe City. Орхан Бей, добро пожаловать в бизнес-класс. Спасибо. Орхан Бей, а как все начиналось? Каким был ваш первый бизнес? На самом деле мой приход в бизнес был очень интересным, да, и, скажем, я бы даже сказал, в какой-то степени неожиданным, да. Я, конечно же, с детства был предприимчивым ребенком и, в отличие от многих, играл вместо автоматов с лотерейными билетами, открывал там магазины, там что-то продавал, развивался. Но я тогда, как ребенок, не понимал, что это такое и что в конечном итоге мне этим придется заниматься по жизни. Да? Я как парень, который закончил школу, был устроен своими родителями в банк на полставки бухгалтером. И проработав там полгода, я понял, что мне неинтересно быть бухгалтером, и тем более на полставки, тем более, что передо мной открывались достаточно серьезные перспективы семейной жизни. В 17 лет я уже сделал свой осознанный выбор и хотел развивать как свою семью, так и свое материальное положение. И принял на тот взгляд, по-моему, героическое решение. Я решил уйти из банка, работать на вокзал, продавать конфеты в оптовом магазине прямо на кругу, там на 28 мая. Это было, на самом деле, очень интересным решением, которое сразу поправило мое материальное положение, потому что на вокзале платили намного лучше, чем в банке в то время. Да? Все это произошло в 1994 году, время перемен, когда страна находила свой путь к развитию, и, на самом деле, на этой волне я оказался, в самом авангарде, я бы так сказал, потому что молодой парень на вокзале, конфеты. Даже был курьезный случай. Один раз у меня из-под носа украли коробку конфет. Пришлось это потом восстанавливать путем, потом и кровью. Проработав на вокзале достаточно недолго, я понял, что я хочу заниматься сам бизнесом и решил открыть столик. Тогда был это очень популярный бизнес по продаже сигарет, шоколадок там и всего остального. И выбрал для себя очень интересное место. Выбрал для себя книжный пассаж. Прямо перед магазином Шахновича в тот момент это был, он так назывался, и открыл там свой столик, умудрился со всеми договориться, как это в то время было, и достаточно успешно работал. Мой столик очень быстро развивался, из маленького квадратного столика, на котором были только сигареты и шоколадки, я стал продавать дезодоранты, какие-то алкогольные продукцию, алкогольную продукцию, и, достиг достаточно больших успехов, потому что открывал я столик, сам же был владельцем, сам же был продавцом, а в конце у меня было уже два сотрудника, а я был уже практически управленцем. А потом мой друг мне посоветовал заняться мобильными телефонами, потому что этот бизнес достаточно активно начинал развиваться, он для всех был незнаком, телефоны были очень дорогими, но это вызвало у меня интерес, и в бизнес, наверное, бизнес-карьера начиналась у меня именно в 1997 году, когда я начал давать объявления в газете «Биржа» в разделе «Покупаю мобильные телефоны» и в разделе «Продаю мобильные телефоны». Покупал бывшие в употреблении, продавал их тем людям, которые хотели купить, зарабатывал очень хорошую маржу, на то время на это можно было заработать 100, 200, 300 долларов. Да? Рынок был очень волатильный, и, в принципе, можно было зарабатывать интересные деньги. Впоследствии компания стала разрастаться, то есть появилась точка продажи, маленький стеклянный столик, в котором мы уже продавали мобильные телефоны. Фактически это маленький ритейл. И тихо-тихо-тихо-тихо, к 1998 году мы стали дилерами Azercell. Компания, которая только появилась на рынке, и, наверное, это было очень важным и судьбоносным решением, потому что это придало очень серьезный импульс развитию как компании «Интеграл», которую мы сегодня знаем, так и мне самому, как бизнесмен. Впоследствии мы стали дистрибьюторами. «Бенефон» была такая марка финских мобильных телефонов, которая не очень недолго просуществовала. Ну и в 1998 году мы стали дистрибьюторами с «Самсунга».
На тот момент компания совершенно неизвестная на рынке мобильных телефонов, более того, и она была не очень качественной. Да? И, наверное, это тоже было своего рода везением, потому что тот дистрибьюторский контракт Samsung, который в 1998 году был практически никому не нужен, в 2000-м оказался очень серьезно развивающимся брендом, который, на волне которого наша компания стала достаточно серьезно развиваться. Потом произошла череда событий, когда я, в принципе, уже наладил свой небольшой на тот момент бизнес. Это был, скажем, уже достаточно известная компания «Интеграл», да, которая была образована в 1997 году. Вот. И я решил заняться чем-то новым и устроился на работу на Бакинскую фондовую биржу. Причем устроился на работу на интересную позицию, я стал вице-президентом. Сразу? Сразу. Да, это на самом деле время было очень интересное. Очень интересно сложились обстоятельства. И вот это, наверное, сделало из простого предприимчивого парня, который на тот момент готов был заниматься практически любым бизнесом, но не до конца давал себе отчет, какие трудности, скажем, себе, какие трудности себе таит бизнес-процессы, да? А фондовая биржа сделала из меня, сделала из предприимчивого парня достаточно понимающего бизнесмена, который начал понимать, что есть бизнес, который начал понимать, скажем так, да, что есть уровень. И как бы это, наверное, было очень важным моментом моего самообразования, да, потому что фондовая биржа в себе объединяла общение с большим количеством банкиров, с большим количеством компаний, обмен информацией, очень интересные тренинги. И буквально через несколько лет я стал, скажем так, да, полученный опыт свой транслировать на, скажем так, да, на свои бизнесы. Потому что фондовая биржа была компанией, у которых было 19 акционеров. Это было действительно акционерное общество. Мы давали отчеты, мы, скажем, проходили аудиты, у нас были бюджеты. И на самом деле вот для начала 2000-х это было достаточно развитая компания, на мой взгляд, она была достаточно развита даже больше, чем была развита в целом весь рынок. Даже очень интересный случай был тогда, я помню, когда из студентов, которых мы хотели взять, значит, на практику, значит, одним из студентов, которых мы выбрали во время собеседования, стал нынешний президент фондовой биржи Вугармайм, да. Я на самом деле очень горжусь тем, что нам тогда удалось разглядеть вот этому молодому предприимчивому парню, того, кто в итоге стал ее руководителем. И на самом деле это, я считаю, что очень многого стоит. И проработав, значит, на фондовой бирже 6 лет, я перешел в Азербайджанскую инвестиционную компанию, проработал там еще 3 года и потом решил все-таки вернуться обратно в свой бизнес, который параллельно всему этому развивался. Потому что, в принципе, я уже тогда не занимался сам бизнесом. Это была корпоративная структура, там как бы люди управляли этим процессом и достаточно эффективно управляли. И результатом того, что на сегодняшний день мы создали нормальную корпоративную систему управления, мы сегодня видим те бизнесы, которые нам удалось создать, которые на сегодняшний день очень конкурентоспособны и интересны. В принципе, вот так, наверное, да, и дальше уже я просто от «Интеграла» стали появляться какие-то другие дочки, то есть, как вы знаете, «Кафе Сити» и «Вива» — это те продукты, которые нам удалось вывести на рынок, которые стали достаточно известны и популярны среди потребителей. Какие были первые инвестиции, вот когда создавался «Интеграл», сколько, если не секрет, конечно, было вложено в эту новую компанию? На самом деле, я помню наизусть эту сумму, мы тогда с моим партнером на двоих вложили в бизнес мобильных телефонов. Это была вот эта самая точка, стеклянный прилавок, за которым мы продавали эти устройства. Это было $4,827. Как вы развивали свои бизнесы? Это были инвестиции, это были собственные средства, это были средства, которые вы заработали и вложили в дальнейшее развитие. Как шло финансирование? Финансирование, на самом деле, естественно, по тем временам это был органический рост собственного капитала, но на самом деле, когда ты становишься больше, без привлеченного финансирования, естественно, не обойтись, потому что это, наверное, важная составляющая. И, в принципе, окончив Российскую президентскую академию, Executive MBA, я понял, что... не то, что я понял, меня там этому научили, я на это смотрел совершенно по-другому, что в любом бизнесе обязательно должен быть привлеченный капитал.
Это могут быть банки, это может быть IPO, это могут быть какие-то частные инвесторы, но в принципе делать бизнес только на свои деньги, как я сегодня это понимаю, это не совсем правильно, потому что, а, нужно делить риски, во-вторых, своими средствами невозможно охватить, скажем так, да, все эти ниши, невозможно создать именно тот самый эффективный механизм, сделать компанию настолько эффективной, как бы хотелось. Поэтому я думаю, что все-таки привлечение инвестиций того или иного рода, они, конечно же, обязательны. В каких регионах на данный момент представлен ваш холдинг? И немного про будущее. Какие регионы вы считаете перспективными, регионы Азербайджана вы считаете перспективными с точки зрения, скажем так, региональной экспансии? В принципе, как мы видим, практически все регионы Азербайджана достаточно интенсивно развиваются. Хороший импульс этому придают развитие сельского хозяйства. Естественно, мы работаем в Гянже, мы работаем в Сумгаите, очень перспективный регион Гябаля, но это все большие города Линкаран. В принципе, я считаю, что регионы разбираются достаточно равномерно с точки зрения, скажем так, да, того, что они все одновременно растут, и это позволяет крупным компаниям выходить на региональные рынки. То есть это не так страшно, как это было раньше, потому что, в принципе, экономика она стабилизируется после кризиса. И, на мой взгляд, в принципе, вот именно всплеск сельского хозяйства, и я думаю, что он будет продолжаться, то есть он будет вести к тому, что регионы будут достаточно активно развиваться. И другой вопрос, насколько это будет быстро или медленно, но то, что они будут развиваться, я думаю, что это очевидно. Урханбей, не могу не спросить у человека, у которого такой большой опыт в ритейл-бизнесе. На ваш взгляд, какие самые важные моменты успеха в ритейл-бизнесе в азербайджанских реалиях? Ритейл-бизнес, наверное, правильная бизнес-модель в самом начале. Клиентоориентированность – это безусловно, да, потому что любой бизнес – это клиент. Да, то есть если вы, когда начинаете бизнес, понимаете, кто ваш клиент и чего он хочет, и что ему необходимо предложить в виде сервиса или того или иного продукта, это, конечно же, ключевой фактор. То есть второе – это, конечно же, площадка. То есть это может быть онлайн-площадка, может быть офлайн-площадка. То есть это место расположения. В определенных бизнесах это имеет ключевое значение, в определенных не очень. Это зависит уже от того, от той бизнес-модели, про которую я вам говорил. Да? И, конечно же, команда, которая выполняет ту или иную задачу, потому что я считаю, что хороший бизнес может уничтожить плохая команда, а хорошая команда может, скажем так, да, вытащить из кризиса и развить даже не очень хорошо идущий бизнес, особенно когда это когда кризис и когда как бы бизнес-среда достаточно неустойчива. Поэтому все-таки, наверное, основным фактором является, как я сказал, команда, локейшн и та бизнес-модель, которую вы на рынок несете. Если это резюмировать, наверное, все-таки три основные вещи. Понятно. Урханбей, касаясь другой стороны холдинга, я как человек, который любит сладости, не могу об этом не спросить. Наверное, вы согласитесь со мной, что рынок кондитерских изделий в Азербайджане очень большой, конкурентов много. Как, если не секрет, у вас получается вот конкурировать на таком достаточно насыщенном рынке? На самом деле очень интересный бизнес, да, очень конкурентный бизнес по нескольким причинам. Да. Во-первых, потому что каждый считает, что у него есть свой самый правильный рецепт Наполеона, там, я не знаю, пахлавы и так далее. Да. Поэтому абсолютно угодить им практически невозможно. Наверное, главные тренды, наверное, главное слушать, что говорит твой потребитель, и пытаться сделать продукт для него, скажем, наиболее приемлемым с точки зрения цены, с точки зрения качества. Наверное, все-таки найдя золотую середину, это и будет являться некой формулой успеха. Определенно, что среди ассортимента, который продает компания, та или иная, да, не обязательно наша, не все продукты устраивают потребителя, да, но главное, чтобы он нашел для себя процентов 30-40 тех продуктов, которые на его вкус очень правильные, интересные, скажем так, и тогда он будет вашим постоянным клиентом. Ну, естественно, как бы следить за трендами, то есть что на рынке, какие на рынке появляются новинки, то есть как бы следовать вот этим трендам. Как, наверное, в принципе, не открою Америку, если скажу, что как очень
многое из того, что мы везем в виде сувениров, когда уезжаем за границу, это в основном наши все сладости, которые так на ура, и периодически я даже знаю ребят, которые ждут, что ну, а вы привезли сладости и так далее. А как насчет, наверное, это, возможно, потенциально перспективная ниша. Как вы думаете, что вы думаете о перспективах вот, азербайджанских кондитерских изделий наших, традиционных, на мировых рынках? То есть есть ли такое в планах? Вывозить туда или, может быть, производство ставить там? Очень интересный вопрос. Как мы все знаем, как бы тот, кто однажды попробовал азербайджанские сладости, это пахлаву, шакербуру, шакерчури, он, безусловно, оставит у себя в памяти неизгладимые воспоминания и очень интересный специфический вкус этих продуктов. Да? И, конечно же, на мой взгляд, развитие наших кондитерских изделий как бы, за пределами Азербайджана, это может быть очень интересной темой. Фонд Гейдара Алиева неоднократно проводил азербайджанские деревни в Париже, и мы видели, как французские, скажем так, парижские жители очень с большим интересом, скажем так, подходили именно к азербайджанскому сладкому, очень часто возвращались, и мы буквально получали десятки вопросов, когда же вы откроете здесь магазин, который вот здесь, в Париже, где мы сможем покупать азербайджанское сладкое. И, конечно же, это наводит на мысль, что почему бы и нет, почему бы не открывать наши кондитерские магазины за пределами Азербайджана. Тем более, что, скажем так, в том же самом Париже с нашей культурой очень хорошо знакомы. В Нью-Йорке очень много наших соотечественных выходцев с бывшего Советского Союза. На территории бывшего Советского Союза в целом наши сладости очень популярны. Да и, в принципе, в Европе, я считаю, что достаточно во многих городах. Тот, кто знает, что такое Азербайджан, а об Азербайджане сейчас знает практически каждый европейский житель, я очень неоднократно с этим сталкиваюсь, потому что как только ты говоришь Азербайджан, они сразу называют Формулу-1, Евровидение, многие говорят про сладкое, говорят про вино. Это очень интересно, и, на мой взгляд, эта идея рано или поздно найдет отображение в каком-то успешном бизнесе за пределами Азербайджана. И кто его знает, может, это будем мы. Вы, Орхамбей, хорошо осведомлены о разных сегментах азербайджанской экономики. Если чисто гипотетически отмотать на много лет назад, и вы бы начинали свой бизнес сейчас с достаточно небольшими первичными инвестициями, чем бы вы занялись в первую очередь? Чем бы я занялся? Интересный вопрос. Ну, наверное, необходимо обратить внимание на те сегменты, которые наиболее активно развиваются. Это туризм, причем в разном его проявлении. Это может быть от производства сувениров, просто быть экскурсоводом, я не знаю, то есть это хостел банальный, да, то есть, наверное, сельское хозяйство в какой-то степени, потому что государство очень много предпринимает для его развития, я думаю, что это будет продолжаться, и таким образом в этом секторе достаточно интересно, может быть, можно будет развиваться. Возможно, онлайн-торговля легальная, да, которая, скажем так, да, это общемировой тренд, это не только тренд Азербайджана, но, на мой взгляд, достаточно развивающийся сегмент, в том числе, наверняка, это будет происходить и в нашей стране. В принципе, вот так вот. Как по-вашему, бизнес – это профессия, которой занимаешься, или это призвание, или это вот что-то внутри, которое тебя сподвигает что-то делать? Бизнес, по-вашему, это что больше? Я даже, скажем, год тому назад читал по этому поводу мастер-класс в ЮНЕКе, в Азербайджанском государственном экономическом университете. Мне самому было интересно ответить на этот вопрос. Наверное, все-таки бизнес – это такое же искусство, как умение играть на скрипке, я не знаю, писать стихи. Это нужно, скажем, наверное, нужен какой-то задаток, но в принципе это очень, скажем так, да, это можно развивать в том числе. То есть для этого, конечно, необходимо постоянное самообразование. Но самое главное – понять, зачем тебе это нужно. То есть ключевой вопрос, если ты идешь и хочешь заниматься своим бизнесом, ты должен быть готов к очень трудному, к очень тернистому пути, потому что бизнес – это очень активная среда, которая часто меняется. Это бурная среда, не всегда доброжелательная, да, не всегда зависящая только от тебя. И, наверное, тот человек, который собирается заниматься бизнесом, он должен быть готов быть сильным, он должен быть готов принимать непопулярные решения, он должен быть готов к серьезным испытаниям. Но если он пройдет все эти, скажем так, да, весь этот тернистый путь, то это будет, наверное, очень важным результатом
его жизни, то, что мы называем, то есть ради чего мы живем, это то же самое творение. Потому что когда ты смотришь на любой свой бизнес, особенно если он успешный, то это, безусловно, некая картина, нарисованная тобой, как некая книга, написанная тобой. Да? И просто в отличие от благодарных читателей, это благодарные потребители, которые используют тот продукт, который ты даешь на рынок. Хамби, вот мы говорим о идее, чтобы начать бизнес, мы говорим о финансовой подпитке, о первичных инвестициях и так далее. Кадры, которые решают все. Вот вы упомянули о том, как вы выявили среди студентов человека, который сейчас занимает должность главы фондовой биржи. Как вы выявляете вот эти таланты? Это сразу происходит или вы даете людям немного поработать с вами и в процессе вы выявляете? На самом деле, первыми кадрами, которые как бы меня окружали в пути моего становления, это были мои друзья, мои одноклассники, мои сокурсники. И я, в отличие от многих, могу работать со своими друзьями и считаю, что это абсолютно нормально. Просто нужно иметь абсолютно четкое понимание того, что главным секретом работы с близкими людьми является полная откровенность. То есть, если ты откровенен, если ты говоришь то, что ты думаешь, и того же самого ждешь взамен, то ты, безусловно, сможешь работать с кем угодно. То есть, ты не набираешь портфель негатива для того, чтобы потом его выплеснуть. Ты не ходишь и, скажем так, да, шушукаешься по углам, а ты абсолютно конкретно говоришь, что тебе нравится, а что тебе не нравится. И тогда у тебя абсолютно откровенная позиция, и человек понимает, что справляется он со своей работой или не справляется. И ты четко понимаешь, что и твоя позиция тоже абсолютно открыта. Наверное, это первый важный фактор работы с близкими людьми. Потом, конечно же, был опыт. Да, это интуиция в какой-то степени. Плюс опыт как бы тех неудач и, наверное, наоборот, скажем, позитивных каких-то моментов, которые ты черпаешь от общения с людьми. Плюс мы используем очень интересные механизмы в работе. Мы перед собеседованием проходим тест Томаса, называется такой тест. Вы наверняка про него слышали. Очень интересный тест, который дает психологический портрет того или иного собеседника, с которым вы разговариваете. И в момент разговора с ним, даже будучи разговаривать совершенно с незнакомым человеком, вы уже так или иначе на 80% знаете его психологический портрет и абсолютно четко можете задавать вопросы в болевые точки, которые как бы, да, у этого человека, возможно, на данный момент имеются. И, конечно же, желательно развивать тех людей, которые с тобой работали, которые начинали с самого, скажем так, да, начала. То есть в ресторанном бизнесе мы только приветствуем, когда официанты растут и становятся директорами. Это неоднократно у нас было в заведениях. Конечно же, ставку надо делать на костяк, а уже потом делать ставку на привлеченных менеджеров. Единственное, когда имеет смысл приводить достаточно серьезных профессионалов, это когда требуется необходимый уровень компетенций, необходимый уровень опыта с других рынков, которыми этот профессионал может поделиться с командой. И вот когда получается вот этот вот симбиоз профессионализма приглашенного и желания работать от тех людей, которые давно находятся в компании, плюс здоровая атмосфера, да, конкуренции и открытости, наверное, в первую очередь, приводит к тому, что создается вот этот, скажем так, кулак, команда, которая, в принципе, может достичь любых поставленных перед ней целей. Не могу не спросить о такой вещи, как... Еще раз, возвращаясь к началу бизнеса, есть бизнес-идея, даже есть инвестиции свои, привлеченные. Куда пойти, чтобы спросить совет? У кого получить какие-то вот не те теоретические знания, которые мы получаем из учебников? Есть ли, я не знаю, наставники, которые могут подсказать, повести, направить? Вообще, какова роль вообще наставника для малых бизнесов? Очень правильный вопрос, потому что, на мой взгляд, человек перед принятием того или иного решения, причем не имеет значения пойти это в бизнес, но, на мой взгляд, даже по поводу каких-то банальных покупок, может быть, даже или учебы, или вообще, в принципе, очень важных решений в жизни, необходимо советоваться с теми людьми, которые могут вам, скажем так, да, на основе своего опыта, на основе своих знаний подсказать более короткий, может, путь, а может быть, более правильный путь. Это всегда более эффективно, и я считаю, что обязательно необходимо прибегать к помощи наставников. Но здесь есть очень важные факторы, которые необходимо учитывать при выборе наставника. Потому что
Очень много зависит от того, насколько наставник разбирается в той или иной теме, о которой вы у него спрашиваете. То есть компетентность человека, с которым вы советуетесь по тому вопросу, который, скажем, вас интересует. То есть если вы будете советоваться с разведенным человеком по поводу семейной жизни, то он вряд ли вам посоветует что-то хорошее. Да? Наверняка нужно выбрать кого-то с позитивным опытом и желательно успешного в том или ином вопросе для того, чтобы он вам рассказал о тех или иных проблемах и, скажем так, да, наоборот, положительных моментах. Да? Очень важный момент иметь вопрос своевременности вопроса, да? Потому что желательно задавать вопросы раньше. Перед тем, как вы собираетесь что-то сделать, подумайте, кто вам может посоветовать, потому что зачастую проходят годы, в молодости ты их не ценишь, да, а на самом деле можно было потратить год, который привел бы к лучшему результату в будущем. И поэтому своевременность вопроса имеет очень важное значение. И еще один важным моментом является беспристрастность наставника, потому что зачастую бывает, когда родители-врачи хотят, чтобы их дети были врачами, отец военный хочет, чтобы его сын был военным там, или спортсменом, или наоборот, не хочет, чтобы он был спортсменом или военным, да? А может быть, на самом деле это является призванием, поэтому я, скажем так, рекомендую обращать внимание на беспристрастность наставника и насколько как бы психологически он как бы советует вам, не полагаясь на какие-то свои эмоции, да? А именно очень важно обращать внимание на те доводы, которые приводит вам ваш наставник. И обязательно не бойтесь анализировать, не бойтесь задавать лишние вопросы. На самом деле, если вы не задаете вопрос второй раз, в этом нет ничего предрассудительного. Чем больше вы зададите вопросы, тем больше вы получите ответов, тем больше вы узнаете, и тем больше будет у вас почвы для того, чтобы принять правильное решение. Спасибо большое за ваше время, спасибо большое за ваши очень интересные, очень откровенные ответы. Я более чем уверен, что нашим зрителям будет что почерпнуть из нашего сегодняшнего бизнес-класса. Спасибо большое. Спасибо.